Привет, вы на канале Взлет. Меня зовут Ольга, и в этом видео мы будем листать с вами каталог номер 14. Поехали! Каталог действует с 4 по 23 октября, и главный герой каталога – это новая тональная основа Giordani Gold. Сейчас мы с ней поближе познакомимся, и выпущена она в честь юбилея Giordani Gold, упоминание о котором мы тоже видим на обложке каталога. 45 лет бренду премиальному декоративной косметики Giordani в каталоге Oriflame. Итак, открывается каталог сразу же знакомством с новой тональной основой. Называется она, ну, пока еще точно не знаю, как читается, Euphoria, ну, это как эйфория, я так понимаю. Это первая в Oriflame тональная основа, которая делает кожу сияюще совершенной, ухаживает за ней, буквально дарит эйфорические чувства благодаря уникальной молекулярной структуре. С удовольствием хотела бы протестировать этот продукт, потому что прямо такое шикарное описание, как это работает. Молекулярная формула нежной бархатистой тональной основы специально построена по образу и подобию молекул эпидермиса. При нанесении кожа узнает тональное средство как свою часть. Очень интересно, как все это будет работать и как действительно кожа будет себя чувствовать. Смотрите, акция сразу же на второй странице. Объемная подкручивающая тушь со щеточкой в виде звуковой волны в подарок при заказе любого оттенка тональной основы. Отличное предложение. Тушь стоит 910 рублей. Что здесь основное надо знать про тональную основу? Это то, что она дает сияние, идеальный тон кожи, мы это уже поняли, бархатистая текстура, приятное ощущение счастья благодаря уникальной молекулярной структуре. Вау, мы все будем счастливы с новым продуктом. SPF 35, вау, высокий SPF, прямо как в CC-креме Giordani был. Средняя плотность покрытия, не комедогенная формула и подходит для чувствительной кожи. Ровный, сияющий тон нам обещают глубокое увлажнение на основе активных ухаживающих ингредиентов. Здорово! 999 рублей будет стоить гармонизирующая тональная основа. Это, вы видите, основной герой каталога. И дальше смотрим непосредственно сам каталог. Открывается он рубрикатором. Вы здесь можете видеть, на какой странице, какая категория расположена. Вы видите, что Giordani Gold вынесли на первой странице, то есть мы будем праздновать юбилей именно с линейкой Giordani в 14 каталоге. Давайте посмотрим, что нас ждет интересненького. Не забывайте, что вы можете заказать набор, следующий каталог. Вау, смотрите, какой шикарный будет, красивый следующий каталог. Плюс пробники всего за 69 рублей. Вписывайте вот этот код в заказ и получаете пробник новинки. Это парфюмерная вода Divine Exclusive, пробник дневного крема против морщин SPF 35 Wrinkle Power и пробник адаптивной матовой тональной основы в оттенке теплый беж. И переходим непосредственно к Giordani Gold. История началась в Giordani в 76 году, когда впервые был выпущен парфюм в черной упаковке. Вы вообще помните этот черный парфюм Giordani? Я очень хорошо помню. Красивая была упаковка. И с тех пор это бренд, который символизирует роскошь, эксклюзивность, очень деликатные, элегантные оттенки декоративной косметики. И женщина, которая пользуется именно брендом Giordani Gold, она, конечно, ощущает вот эту уверенность, которую дарит ей использование этой косметики. Давайте посмотрим, что готовит нам каталог. Новые оттенки, новинка, губная помада с эффектом звездного мерцания. Роскошная золотая упаковка инкрустирована сияющими кристаллами. Кристаллы на упаковке я что-то не помню. Если помните, пишите в комментариях. Органовое масло мы уже встречали в линейках помад Giordani, но здесь еще есть натуральное масло яблочных семян для кремовой насыщенной текстуры, комфорта и увлажнения. Свет, отражающие микрочастицы, хотелось бы протестировать. Шиммер это, либо перламутр. Что это за частицы, прям очень хочется ощутить и, конечно же, вам рассказать. Высокопигментированная формула для насыщенного цвета уже с первого нанесения. Ухаживающие и антивозрастные свойства, разлаживают губы, увлажняют и восстанавливают. Часто задаются вопросы.
вопрос. Антивозрастная помада. Это помада, значит, для девушек там 40+, да, 50+, и дальше 30+. Ну, когда уже есть какие-то первые признаки старения, да, и нужен антивозрастной уход. Нет. Эксперты отвечают, что антивозрастная помада – это помада, которая при необходимости стирает следы старения на лице. То есть эта помада разглаживает губы благодаря комфортному составу, и тем самым она дает антивозрастной эффект. Пользоваться такой помадой можно, девушки, в любом возрасте. На этой странице у нас кремовая губная помада. На эти линейки уже есть свотчи на нашем канале. Здесь у нас масло семян шиповника и канолы. Вот у нас в помаде эликсири есть органовое масло. И будет новинка, вот такое вот шикарное карманное зеркальце. По-моему, будет интересна крышка. Не знаю, принт это или на самом деле имитация расплавленного металла. Мне бы очень хотелось посмотреть. Складное зеркало однократное и трехкратное увеличение. Размер 7,5 на 7,5 и на 1 см. То есть тоненькое маленькое зеркальце, чтобы подправить макияж. На этой странице продукты для макияжа глаз. Карандаш для бровей со скидкой 399 рублей. С одной стороны щеточка, с другой стороны карандашик. Очень многие его любят. Получаются естественные красивые брови. Я им пользуюсь периодически с использованием этого карандаша. Подводка маркер Giordani Gold Iconic. Ну, такими я не пользуюсь, поэтому не могу дать рекомендации. А вот эта тушь моя любимая в каталоге Oriflame. Я пользуюсь уже сейчас, можно сказать, практически только ею. Остальные туши я иногда использую в качестве эксперимента, либо когда я хочу, ну, я не знаю, какие эффекты я хочу получить. Например, какой-то огромный объем на ресницах, я могу взять какую-то тушь другую. Ну, еще у меня ультралегкость есть тушь, которую я недавно начала использовать. Ну, вот именно другие 5 в одном могу иногда использовать, но универсальная тушь, которая подходит на все случаи жизни, которая реснички разделяет, вытягивает, делает длинными, придает объемы во втором-третьем слое. Именно за счет, мне кажется, вот этой вот чудесной щеточки силиконовой, твердо разделяющей, вот эта тушь, она идеальна для ресниц. Ну, недаром она называется супер тушь. Вот я подпишусь, это действительно супер тушь, моя любимая в каталоге, 299 рублей, редко бывает такая цена, поэтому возьмите одну штучку на пробу, если понравится, можно легко брать в запас. На этой странице румяна в шариках, это бестселлер Oriflame, это румяна ручной работы, формула, видите, с гиалуроновой кислотой, еще и смягчает дополнительно кожу, визуально омолаживает, очень красивое сияние придает румяна. Выбирайте оттенки, которые вам нравятся, цена недорогая, 599 рублей, шикарная просто кисть, у меня есть такая кисть, если у вас еще нету, побалуйте себя, 30 тысяч тонких, как шелк ворсинок, действительно, кисть очень комфортная для макияжа. И антивозрастная основа эликсир, я такой не пользуюсь, для сухой кожи, для возрастной кожи, я знаю, что она очень нравится девочкам, у кого есть вот проблема с сухостью кожи. Она действительно омолаживает, придает сияние, и цена на нее очень хорошая, 729 рублей. У меня кума, моя ровесница, просто в восторге, постоянно заказывает. Именно вот ей нравится эффект от этой основы. Поэтому, если у вас есть кто-то, кто заказывает, либо сами вы хотели бы попробовать, обратите внимание, что она сейчас с хорошей скидкой. Giordani Gold Essence Blossom – это фланкер Giordani Gold Essence в розовом золоте, выполнена водичка это. И также есть аксессуары, которые редкие гости сейчас в каталоге Oriflame, но вот здесь вот они присутствуют. Это ожерелье Giordani Gold, ну, достаточно выразительное ожерелье, и часы Giordani Gold. Посмотрите, у меня есть обзор вот на эту водичку, и там же я показываю в этом же обзоре вот эти аксессуары, вы сможете рассмотреть их там в деталях. 1900 рублей. Стоят духи вот эти Giordani Gold Essence, крышечка покрыта натуральным золотом 18 карат. Вы сможете потереть страничку и протестировать этот белоцветочный парфюм. Основные ноты — это жасмин, камелия, флёр д'оранж и эссенса, максимальная концентрация аромата. На этой странице классические версии Giordani Gold Original для женщины и для мужчины. Тоже сможете потереть страничку, протестировать женский парфюм, но это уже такие бестселлеры
ритейлеры каталога Oriflame, и в принципе люди знают эти продукты. Если вы не использовали ни разу, вы можете заказать пробник, вписать код пробника в своем личном кабинете на сайте Oriflame и протестировать. Поносить его на себе, попробовать, как вам живет с этим ароматом, и потом уже, если понравится, заказать, потому что цена очень неплохая и на женский, и на мужской парфюм. Можем даже сделать пару для себя и для супруга. Если у вас еще нет номера на сайте Oriflame, то вы можете оформить его по ссылочке вверху над этим видео, либо навести смартфон вот на этот код, если вы смотрите на компьютере сейчас этот ролик. И когда вы заполните, отправите анкету, вам придет номер для входа на сайт Oriflame. Этот номер даст вам право покупать не по цене каталога, а со скидкой 20% на весь каталог, на любые продукты. Также вы можете заказывать пробники, участвовать в различных акциях, акциях активности, акциях лояльности. Все по вашему желанию. Годовая подписка на внутреннее предложение сайта, акции, 20% скидку стоит всего 99 рублей. Если у вас еще нет номера, обязательно оформляйте. Это очень выгодно. На следующей странице Miss Giordani, то есть это уже позиционируется вода для более юной девушки. И вообще вся линейка Giordani, она позиционируется как линейка итальянского направления. И вот Miss Giordani в этом каталоге стоит 899 рублей. Здесь основные ноты манго, нероли и красный перец. Эта вода такая же элегантная, как и классическая версия, но она просто чуть более легкая. И обратите внимание, что вы можете расширить свой парфюмерный гардероб, что на каждой странице представлена не только вода, но еще и дополнительные продукты. На этой странице Мистер Giordani, но это безусловно шикарный мужской аромат. Для меня этот аромат напоминание о парфюме Де Марко. Если вы помните такой парфюм, если у вас есть знакомые, которые ностальгируют по тому аромату, то обратите их внимание на Де Марко. Сможете даже потереть страничку и протестировать этот парфюм. Он очень похож. Это действительно уверенный в себе, спокойный, сдержанный, элегантный мужчина. 899 рублей в этом каталоге Мистер Giordani. На этом развороте топ-предложение, акция, драйвер этого каталога. Вы сможете заказать на каждые 1500 рублей заказа капсулы для лица по суперцене или комплекс омега-3, или и то, и другое. Сколько раз у вас будет 1500 рублей, столько раз вы можете заказать эти продукты. Капсулы стоят 1839 рублей. Это такой ресторанный уход за вашей кожей. Здесь в составе натуральные масла. Вы вскрываете вот такую золотую рыбку, хвостик у нее отламываете, выдавливаете эти масла на свое лицо, на кожу, и вы чувствуете, как напитывается ваша кожа и становится более бархатной. Они глубоко питают эти капсулы, смягчают, разлаживают и восстанавливают кожу. И омега стоит 1439 рублей. Этот комплекс содержит незаменимые жирные кислоты, которые не создаются организмом человека. Человек не производит их самостоятельно, поэтому надо получать из пищи. Если вы не едите каждый день там морскую рыбу или другие продукты, которые насыщены вот этими незаменимыми жирными кислотами, то обязательно обратите внимание, что надо вам употреблять вот такую вот омегу. Дальше у нас модный макияж. Открывается тушью 5 в 1. Многофункциональная тушь с эффектом объема стоит 279 рублей. И также она сохраняет остальные 5 эффектов. Туши 5 в 1 она дает и объем, и длину, и уход, и изгиб, и разделение. Но вот именно объем, длина здесь позиционируется в этой туши, и очень многие любят туши XXL максимально. То есть это тушь, у которой усилены, видите, XXL. То есть у нее усилены эффекты обычной туши 5 в 1. На этой странице представлены другие продукты The One для макияжа глаз. Отличная подводка, вот это 399 рублей интенсивного черного оттенка. И вообще обращаю ваше внимание, что на любые, ну почти на все продукты макияжа есть очень много тест-драйвов, обзоров, свотчей на нашем канале. Вот хотите вы узнать код карандаша для глаз, вы набиваете конкретный код конкретного оттенка, который вам нужен, и пишете «взлет Oriflame» в поисковой строке YouTube. И вам выходит первый же обзор на карандаш
карандаши на нашем канале, вы крупным планом смотрите. Я сама подбираю себе декоративную косметику по своим свотчам, которые я снимала 3-4 года назад. Я уже не помню все эти оттенки. Я открываю и выбираю. Если, например, я хочу синий карандаш, мне надо посмотреть, какого именно синего он оттенка. На Tremendous, вот честно говоря, уже не помню, есть ли у меня обзор. По-моему, на одну какую-то есть тушь обзор, вот на такую, на фиолетовую. А черную мы снимали с Аленой Терещенко в макияже. Когда я делала макияж, вы по коду сможете найти там макияж для нависшего века. Алена рассказывала мне, как делать макияж, и я использовала как раз вот эту тушь Tremendous в процессе нанесения макияжа. Рефилы, тени не сильно пигментированные, но вот меня в плане пигментации устраивают. Мне нравится несколько оттенков. Мой любимый оттенок — это благородный серый, такой таупово-серебристо-серый отлив дают эти тени, и всегда мне задают вопросы, когда я снимаюсь, Оля, что за тени? В Инстаграм, особенно там поближе я снимаюсь, когда что-то рассказываю, если у меня вот этот благородный серый, все, меня начинает заваливать сразу, что за тени. И другие оттенки тоже неплохие, мне очень нравится, как Oriflame компонует именно в палетках, можно подсмотреть и подобрать себе интересный какой-то, какую-то интересную комбинацию из рефилов. И обратите внимание, что палетка есть на 2 оттенка и на 6 оттенков. И если вы хотите, чтобы тени были более яркими, более пигментированными, дольше держались, то праймер для век вам в помощь, 369 рублей. По-моему, вечный. Надо маленькую капельку, ну что там на веках нужно, много что ли средств, прям маленькую капельку наносите, распределяете, и потом на праймер отлично тени ложатся. На этой странице инструменты для нанесения макияжа, замечательная просто помада для бровей, практически только ею сейчас пользуюсь. Недавно у меня моя младшая дочка, 7-летняя, по-моему, поковырялась в этой помадке, придала ей внутри небольшую кашицу, наверное, мне скоро придется заказывать новую, но мой любимый оттенок коричневая помада мне очень нравится, она не рыжит, и брови, знаете, как будто пудрового напыления, можно делать и если небольшое нанесение, то будут не очень яркие брови, можно сделать прям густые-густые. Блеск с аппликатором, по-моему, я снимала обзор, по коду найдете, и бальзам для губ тоже обзор есть. Вот эта помада суперстойкая, матовая, произвела фурор в прошлом году, и, по-моему, она очень многим понравилась, потому что она постоянно сейчас бывает со скидками. Мне вот кажется, что продукт, на который постоянно скидки в каталоге, он значит бестселлер. Он заходит, его Oriflame постоянно и постоянно продает. Ну, по крайней мере, вот этот обзор на вот эту помаду со сводчами, один из самых популярных обзоров на помаду, очень быстро набрал много просмотров и по-прежнему остается в трендах у нас на канале «Взлет». Ультракремовая губная помада тоже очень популярный обзор. Вы сможете открыть и посмотреть, подобрать себе оттенки, так же, как и на стойкую губную помаду. 249 рублей стоит линейки помад, и карандаш для губ тоже вот здесь притаился, тоже 249 рублей, тоже обзор со сводчами есть. На этой странице палитра консилеров The One, я ее тестировала, все три палитры крупно показывала, все оттенки и на руке, и на лицо наносила, я делала макияж с этими палитрами, найдите по коду макияж, посмотрите, довольно интересно, играть можно с разными оттенками по-разному. Увлажняющая тональная основа Aqua Boost, одна из самых моих любимых в плане комфортности нанесения. Она содержит ледниковую воду, и действительно, когда вы ее наносите, вы получаете вот этот эффект увлажненной кожи, как будто вы побрызгали водичкой. Очень комфортно, приятно лицу вот с этой тональной основой. И SPF 20, защита от фотостарения, достаточно высокая у нее. Праймеры и спрей для макияжа недавно появились в каталоге Oriflame, уже завоевывают любовь клиентов Oriflame. Мне очень понравился матирующий праймер, сияющий, цветокорректирующий, неплохой, но небольшая у него цветокоррекция. Если большие неровности в цвете кожи, то он может не перекрыть. Неплохая, очень компактная матирующая пудра. Она на уровне пудры Giordani. Где-то они для меня похожи. Найдите обзор, посмотрите, где я тестировала эту пудру. И обзор есть на стики. Тоже я пользуюсь постоянно средством для контуринга вот этим стиком и бронзером. Бронзер — это вообще палочка-выручалочка, особенно летом. Если вы хотите создать эффект, как будто вас солнце поцеловало, прямо тени на щеки, на губы, можно один бронзер нанести, сделать весь макияж с ним, он будет прямо переливаться вот этим красивым искристым, ну именно бронзой, такой золотистый, очень здорово смотрится, и не ярко, не вульгарно, а именно вот такие
такие, ну, как поцелуи солнца. Поэтому посмотрите обзор, как выглядит бронзер. Возможно, вам понравится этот продукт. Попробуйте. И тоже вот очень экономичные вот эти стики, вечные. Просто я ими пользуюсь постоянно при каждом макияже. Они даже не думают там заканчиваться. Они, по-моему, только начались у меня. Новинки, смотрите, аксессуары для макияжа. По-моему, все-таки не принт у зеркала. Мне кажется, это то же самое зеркало, да, которое мы видели в Джордане. А вот все-таки вот эта вот текстура расплавленного металла. Косметичка такая была в Джордане много-много лет назад. Единственное, была ткань немного другая, была гладкая. А здесь вот, по-моему, какая-то такая прям шиммерная ткань. Не знаю точно, не помню сейчас, как это называется. Но выглядит, как будто она немножко шершава. Мне очень будет интересно посмотреть и показать вам. Но могу отметить, что такие косметички мега вместительные. Просто супер вместительные. В них помещается очень много косметики. У меня была такая косметичка именно Джордане давно-давно. И вход тоже достаточно удобный в нее. Чехол для кистей треугольный, на молнии. У меня всегда вопросики к чехлам. Если бы я посмотрела его вживую, я бы сказала, будет он удобен или нет. Но лучше вот если бы кисти лежали отдельно в чехле, но в принципе, как походный вариант, взять с собой, вот смотрите, такой треугольничек поставить и пользоваться где-то в отпуске. По-моему, классная штучка. На этой странице средства для ногтей, быстро сохнущее покрытие и базовое покрытие. В принципе, я ими не пользуюсь, потому что меня абсолютно устраивает покрытие как топ сверху на лак для закрепления лака, то, которое продается с гель-лаками. Я только его сейчас покупаю из каталога Oriflame, оно мне очень нравится. Стойкий глянцевый лак для ногтей, хорошая цена. Недавно я купила себе 3 штучки, подбираю на осень в таких нюдовых оттенках, мне хочется сейчас ногти. Лето, поносили мы яркие ногти, белые, но белый лак у меня почти подошел к концу, и я хочу заказать себе вот такой снежный белый, очень красивый лак. И посмотрите, свотч, я там показываю все вот эти лаки вот этой линейки, и вот недавно я сама пересматривала, думала, какой бы себе лак заказать, и вот прямо снежный белый, его не было со скидкой в том каталоге, где я подбирала, но я для себя на заметку взяла, что я хочу его заказать, когда будут снова со скидкой. Поэтому посмотрите свотч и подберите себе новый лак к новому сезону. Жидкость для бережного снятия лака — это бестселлер вне конкуренции, несмотря на цену. Жидкость экономичная, но она здорово ухаживает за ногтями. Она не разрушает ногти. Кроме того, содержит дополнительные питательные ингредиенты, и она без ацетона. Имеет приятный аромат, и ногти твердые после того, как вы сняли лак с помощью этой жидкости, и они не слоятся. Это очень важно. И она снимает все, что угодно. И яркие лаки, и шиммерные лаки. Продукт замечательный. Средства для ухода за ногтями. Если есть проблемы с ногтями, посмотрите обзор, по коду найдите. Я очень подробно рассказываю про эти средства и как ими пользоваться. Дальше у нас идет в макияже линейка On Color. BB-крем матирующий. Очень хороший продукт для бюджетного макияжа. Превосходного просто качества. Консилер вот этот я не поняла. Я им не пользуюсь. Я не понимаю, как можно, например, на веках использовать твердый стик. Ну, может быть, потому что все-таки я уже девочка постарше. А для девочек помоложе может быть и нормально. Но вот для меня вот такой твердый не подходит для век. Напишите, вот вы пользуетесь таким, как вам он нравится. Компактная пудра неплохая, девчонки меня очень любят, но она без зеркальца, имейте это в виду. Матовый финиш дает, что самое главное, что требуется от пудры. Мини-помада, очень маленькая по формату, но посмотрите, она в объеме 2,5 грамма. Если мы возьмем, вот были стойкие такие помады-карандаши в Oriflame, они были по 1,6 грамма, хотя позиционировались как полноразмерные. Посмотрите обзор на эту помаду, свотчи, я все показала, сравнила с обычной помадой On Color, вы там все увидите. 99 рублей, небольшая цена за стик, который можно бросить с собой в сумочку и носить на работу, в институт, на учебу и подправлять макияж. На этой странице продукты On Color для макияжа класс. Палетки, есть обзоры на них, восковой карандаш, чтобы укладывать брови, подводка каял для глаз, такими вещами я вообще не пользуюсь. Я вообще подводки как-то не очень люблю в своем именно макияже. На девчонках стрелки мне, конечно же, нравятся, но сама себе не нравлюсь со стрелками. Точилка для карандашей замечательно. Некоторые даже берут ее детям в школу точить обычные цветные карандаши. Оттеночный крем-уход для бровей и ресниц –
практически не имеет цвета. Да, он коричневый, но полупрозрачный. На бровях практически видно не будет этого оттенка. Лучше возьмите либо помаду для бровей, либо карандаш Giordani. Здесь у нас разворот без скидок. Палетка для макияжа The One. Помните, нашумела недавно и уже ее снимают. Если вы хотели заказать, но не заказали, посмотрите обзор у меня, где я показываю эту палетку. Интересна она тем, что действительно у всех вот этих сыпучих рефилов шелковистая текстура. Очень такая красивая, шиммерная, ну, перламутровая палетка, видимо, на лето зашла в каталог, и вот теперь выходит. И защита под лак, On Color, со скидкой. Но я пользуюсь, уже сказала, базой, которая идет с гель-лаками. Сумки вот эти, не знаю, я их не видела, поэтому ничего сказать не могу. В принципе, перфорацию не сильно люблю, поэтому как бы комментариев не дам. А вот на этой странице интересный инфоповод. Нас ждет новая коллекция Norhen. Посмотрите, какая красивая подвеска розового кварца на красивом шелковистом шнурке. Очень хотелось бы посмотреть Norhen. Ждете ли вы обзоры на Norhen на нашем канале? Пожалуйста, напишите в комментариях. Вот для меня это очень важно. Я хочу посмотреть, потому что эти обзоры, они самые трудоемкие в плане подготовки, съемок, огромного количества материала съемочного. Вот нужны ли они вам, я с удовольствием бы почитала. Новая коллекция, продажа с 25 октября. Подвеску можно заказать за 1199 рублей. Опять же, если у вас есть номер на сайте, то это будет 20% скидка. И когда вы покупаете эту подвеску, вы получаете скидку 30% на любое украшение каталога Norhen из новой коллекции, но на один период. Не на весь период действия каталога, а на следующий период, вот именно тот, с которого начнется каталог Norhen. Дальше у нас категория Wellness, и здесь у нас представлены детские витамины и омега. Эти продукты есть в нашем доме всегда. Когда старшие дочки были маленькими, они принимали Wellness Kids всегда. Сейчас старшие перешли на Wellness Packs, и они пьют каждый день по пакетику, а младшая дочка перешла как раз практически с рождения, с года, с двух. Мы ей даем, омегу даем, наверное, месяцев с 10, может быть, с года, сейчас уже точно не помню. Ну, а витаминки, они просто покрупнее, мы даем с 3 лет. И это продукты, которые помогают детям развиваться, быть в ресурсном состоянии, чтобы мозг активно работал. Это очень важные добавки для детей. Не потребляют наши дети из еды нужное им количество витаминов, поэтому у них большая утомленность, гиперактивность и все-все вот эти детские заморочки, которые мешают им полноценно познавать окружающий мир. Дети стремятся к развитию, понимаете, но им не хватает внутреннего ресурса. И мы, как родители, можем помочь им вот подобными витаминами. Себе мы можем помочь Wellness Pack'ом. Чтобы покупать дешевле, в личном кабинете вы оформляете подписку, и 3 продукта вы покупаете за деньги, а 4-й в 4-м каталоге приходит вам бесплатно. И такая же система с подпиской действует на Wellness Pack'и и на белковые перекусы и питательный коктейль. Поэтому, если вы заказываете продукты Wellness, обязательно оформляйте подписку. От нее отказаться можно всегда, вот задним числом вы уже не оформите. Вау, смотрите, какой красивый разворот, посвящен мужчинам. И здесь у нас красота снаружи и изнутри для мужчин. Прямо ощущение 23 февраля. Мальчики, смотрите, вы можете пользоваться сывороткой для лица, и ваша кожа будет менее уставшей выглядеть, более подтянутой. Вы сможете зарядить себя энергией, свою кожу. А кожу снаружи вы заряжаете, а себя изнутри вот такими мультивитаминами и минералами. И вы хороши и снаружи, и изнутри. Уход за кожей лица открывается косметичкой органайзером. Интересная косметичка, в ней на самом деле больше отделений, чем в любых предыдущих органайзерах Oriflame. Она выглядит очень качественно, красивый материал у нее отстегивающаяся вот такая вот одна часть. Я так и не поняла, для чего она отстегивается. Прозрачные сеточки, ну прямо хорошо сделано, действительно, обратите внимание. Тем более, по-моему, она драйвером идет в этом каталоге к новому комплексному уходу. И вот в этом каталоге, в New Age, вышел
уход для меня. Забота о чувствительной коже или антивозрастной уход. Теперь мне не нужны компромиссы. Я очень хочу, чтобы эта линейка мне подошла. Я сейчас не могу ничего сказать, не тестировала, не знаю, но у меня чувствительная кожа, и мне нужен антивозрастной уход. И вот эта линейка будет решать эти два вопроса, закрывать эти две задачи. Чувствительность может быть постоянной чертой или временной реакцией. Ну, тут мне сложно сказать, как у меня, наверное, все-таки временная реакция, но вот кожа, она постоянно на грани вот этой чувствительности. Я постоянно забочусь о защитном барьере кожи. И вот именно эта линейка, я думаю, она будет о нем заботиться. И New Age, еще пока не знаю эти названия, обещаю вам выучить, Skin Relief или Relife, будет успокаивать кожу и укреплять, да, вот написано, естественный защитный барьер. Я прям вот с нетерпением жду именно этот комплексный уход. Косметичка в добавление к набору, ищите на странице 60. Нет, наверное, она все-таки не драйвер, а просто нам рекомендуют ее приобрести. Ну, неважно, давайте смотреть уход. Новое очищающее средство. Вы знаете, кто смотрит мои обзоры, что на данный момент я считаю лучшим средством для очищения кожи лица крем для умывания с алоэ и кокосовой водой из Love Nature. Но я с удовольствием приму в свой гардероб косметический новую умывалку. Это пенка комфорт для лица, для чувствительной кожи. Комбинация мягких очищающих компонентов. Это вот прям музыка для моих глаз, для моих ушей, конечно же. И услада моих глаз, вот эти слова, которые я вижу в каталоге. Бережное, но эффективное удаление загрязнений макияжа. С пантенолом, который известен как провитамин В5. С удовольствием буду тестировать 150 мл очищающей пенки. Здесь у нас крем-комфорт для кожи вокруг глаз. Но это, как всегда, комплексный уход. У нас состоит из различных этапов. Сыворотка-комфорт для лица, дневной крем-комфорт и ночной крем-комфорт. Сколько точек таким этапом вы наносите на лицо. И обратите внимание, скорее всего, все эти баночки плотно упакованы. Может быть, пенка раскручивается, но вот эти, вот, я думаю, баночки будут плотно запаяны. И это важно, чтобы не попадали лишние бактерии в баночку для чувствительной кожи лица. Сделали именно вот такую упаковку. Но это пока мои предположения. Я надеюсь, что так будет. Красивая очень линейка. Вот прям вау. Вау, вау. Еще бы был бы вау-эффект на коже лица. Но буду ждать с нетерпением, когда я смогу протестировать эту линейку. На этой странице у нас комплексные уходы, которые закрывают другие задачи. Это для энергии, для сияния кожи, для увлажнения. Сияние усилится в 25 раз, увлажненность выше на 89%. И коллаген против морщин после 30 лет мгновенно уменьшает морщины до 49%. Ultimate Lift – это линейка, которую я сейчас пользуюсь для контуринга лица, для подтяжки овала лица. То есть она делает именно лифтинг-эффект на коже. Восстановление эластичности за 4 недели. И Brilliance — это против пигментации линейка, которая сокращает пигментные пятна в нашем бьюти-чате, куда мы добавляем партнеров сообщества «Взлет», который ко мне регистрируется, и к моим партнерам. Вот там девчонки делятся постоянно своими впечатлениями от использования продукции, и вот там я видела именно шикарные отзывы, позитивные о результатах после вот этой линейки Brilliance. Поэтому я делаю вывод, что она отлично работает с пигментацией. Здесь можно заказать отдельные средства по выгодной цене, самые разные средства. Обратите внимание, может быть, вам они нужны, может быть, у вас закончились. Концентрированный крем-скульптор для шеи и декольте. Недавно рассказывала в одном из видео моих заказов, как он мне нравится. Он убирает вот лично у меня на коже шеи как шероховатость, которая на ней иногда появляется. И вот кожа на лице гладкая, а шея-то у нас подвижная, и она более подвержена возрастным изменениям. Поэтому и средство должно быть именно точного воздействия. И поэтому вот эта сыворотка, да, но она вот по текстуре как сыворотка, вот этот крем-скульптор, она хорошо воздействует на кожу. Кто-то отмечает, что овал лица подтягивается, кто-то отмечает, что уходят заломы на коже,
кожи, которые иногда вот тоже у людей появляются. Поэтому вот обратите внимание, если у вас есть какие-то вот такие задачи, которые вы хотели бы решить с вашей шеей, с кожей на вашей шее, то вот этот вот крем вам в помощь. И Time Restore — это для регенерации кожи после 50 лет, для восстановления эластичности от глубоких морщин, от пигментации. Эта линейка уже закрывает все вопросы по старению кожи, которые накапливаются у девушки к 50 годам. И обновление и ежедневная защита. Что у нас здесь представлено? Это здесь пилинг для лица New Age и защитный крем с SPF 50 New Age. А с этой стороны борьба с воспалениями. Но у меня у дочки воспаление на коже сейчас уже меньше, а было прям очень много. И я несколько брала эмульсии, нам не подошло. Может быть, конкретно с ее воспалениями эта серия не смогла побороться. Поэтому дать рекомендации по ней я не могу. Гель против воспаления, да, действует точно воздействие. Вы капаете на прыщик, и он уменьшается в очень короткие сроки. Здесь у нас отсыл к каталогу эфирных масел Mind & Mood. Обратите внимание, можно, по-моему, отсканировать страничку. Вот если такой значок, то вы сканируете и попадаете в этот каталог. Это у нас линейка «Королевский бархат». Она стоит немножко сбоку основных брендов по уходу за кожей. Есть у нас какие? Love Nature. Самая бюджетная линейка «Эконом» с органическими экстрактами. Следующая — это «Optimals». Это средний уход, уже комплексный, полу такой профессиональный, но вы можете полностью обеспечить свою кожу уход с помощью линейки «Optimals». И самая сильная линейка, профессиональная, это премиальный бренд в каталоге Oriflame, это New Age. Так вот, линейка «Королевский бархат», она стоит немного в стороне. Это антивозрастной уход за кожей для восстановления упругости, для подтяжки кожи на лице, для того, чтобы разгладить, напитать кожу. И именно вот эта линейка, она позиционируется больше всего как подтягивающая, интенсивно увлажняющая для упругости кожи после 40 лет. Раньше лучше не надо. Очень часто прилетают мне от вас вопросы: «Оля, а может быть, мне 37, а мне уже очень хочется». Я не могу вас оценить только по вашему сообщению, которое вы мне прислали. И даже фотографию мне не присылайте, я не могу вас оценить. Скачайте приложение, есть Skin Expert, по-моему, называется. И вы можете там себя сфотографировать, отметить какие-то вопросы, какие у вас есть, которые вы хотите решить. И приложение подберет вам уход. Прям вот классное приложение, бесплатное, которое поможет вам ориентироваться в каталоге Oriflame. На следующей странице вот как раз бренд Optimals. Здесь у нас мицеллярная вода, очищающее средство Urban Guard. Здесь у нас демакияж и очищение. На этом развороте любые два продукта со скидкой 50%. У меня есть обзор на Optimals. Отдельно останавливаться не буду, потому что я все сказала в обзоре. Вот интересует вас уход — открывайте, вникайте и смотрите, потому что в линейке Optimals вот очищение здесь одно на все уходы, а вот именно уходы для каждых задач разные. Если вы живете в мегаполисе, если вы хотите защиту от окружающей среды, восстановление кожи вот в ночной период, чтобы линейка помогала вашей коже защищаться и восстанавливаться, да, немного тавтология, но это факт, чтобы вы могли укрепить свою кожу, то вам Urban Guard. Для увлажнения кожи, если вы чувствуете, что ваша кожа просто просит пить, то вот эта линейка Hydra Radiance. Вот у нас, по-моему, судя по цвету, Hydra Radiance, да, мгновенный заряд увлажнения. Выходит маска для глубокого увлажнения, тканевая маска, 269 рублей, освежающая формула без аромата, и маска, по-моему, сделана прямо на уровне масок New Age. С удовольствием я ее бы протестировала, и такие маски здорово носить с силиконовой маской New Age, прямо на носите, и можно носить не 15 минут, как здесь написано, а час и больше, и кожа вашего лица будет напитанной. На этой странице Pew Skin, тоже недавно линейка обновилась, к моему удовольствию стала более щадящей, я даже сама периодически использую вот это средство для очищения, и кожа моей комфортна, моей чувствительной коже комфортна, значит, средство просто супер-мега мягкое. Обзор на эту линейку я делала, посмотрите, там подробно все текстуры, про каждое средство, про ингредиенты я рассказываю. Посмотрите, какое орудие появилось в каталоге Oriflame. Пинцет для удаления черных точек. Это прямо
Ой, интересно, как эта штука будет работать. Если таким пользовались, поделитесь, пожалуйста, отзывами в комментариях. Essentials – это универсальная линейка эконом-сегмента в каталоге Oriflame, но она неплохая. Я носила, по-моему, вот такой вот крем в бассейн, когда ходила, очень удобно, бросил баночку, и тело можно увлажнить, и на лицо тоже нанести. В обычной жизни я не использую такие средства для лица, у меня уже такой уход для девочек постарше, который антивозрастной, а для тела я использую масла, которые тоже есть прекрасные в каталоге Oriflame, но с собой все это не понесешь на спорт, там, после душа, чтобы нанести либо в баню, либо в бассейн. Вот такие вот баночки, они прям очень универсальные, замечательно, меня вот лично выручают. Бальзам для губ тоже прекрасный в линейке Essentials, обратите внимание. На этой странице, даже я бы сказала, развороте, продукция без скидок, только что уводят, смотрите, количество товара ограничено, чаще всего это значок значит, что продукт больше не будет продаваться в каталоге. Серия Love Nature с органическими ягодами, но только полюбили, уже уходит из каталога. И также со скидкой на этом развороте аксессуары для ухода за лицом. Коллекция ароматов открывается новым парфюмом. Это у нас парфюмерная вода Divine Exclusive. Многие ждут, что она будет похожа на Divine Essential. Может быть, помните, была такая тоже красная вода Divine. Будем тестировать. Я не знаю, кто по нотам сравнивал. Напишите, девчонки, похоже. Sensuale, да, ну, по-разному произносят. Я не помню, как точно она называлась. Но вот эта вода будет фруктовая, шипровая, земляника, аккорд сияния звезд и пачули. Протестирован вслепую. Считают, что аромат очень выделяется среди прочих. Нету ароматизированной странички, ничего сказать не могу. Здесь есть ароматизированная страничка. Этот аромат немного не мой, поэтому я ничего не могу про него сказать. Это духи All or Nothing. 2300 стоят они со скидкой. Без скидки 3400. Максимальная концентрация аромата. Восточный ванильный фруктовый парфюм. Магнолия, малина, супер абсолют ванили. И мускусный парфюм, который в паре продается. Там, по-моему, такая история, что можно два вместе использовать, либо по отдельности и носить, например, вот этот парфюм с собой. Они как-то дополняют друг друга. Но вот я не очень люблю мускусные парфюмы, поэтому не пользуюсь. Но вот недавно заказала себе по акции, которая была вместе с глянцевой помадой, и хочу попробовать поносить этот парфюм на себе, потестировать. Возможно, он мне понравится. 699 рублей. В этом каталоге тоже высокая концентрация аромата. Эклан Femme Weekend 1199 рублей. Здесь вообще слов никаких не нужно, потому что его любят очень многие. Это такой повседневный, элегантный, очень легкий парфюм, цветочный, фруктовый, зеленый. И цена на него тоже в этом каталоге хорошая. Эклан Мадмуазель. Экла — это французское направление каталога Oriflame. Вы сможете потереть страничку и протестировать и этот парфюм, и этот, 799 рублей, и выбрать себе по душе. Здесь в сердце аромата нежный цветок белого гибискуса. На этой странице Women's Collection предлагает нам два парфюма. Это Cherry Blossom. Это не путайте черри, да, вот иногда кажется, что это аромат вишни. Нет, это аромат цветков вишневого сада. Но чтобы не путаться, вы, когда получите бумажный каталог, вы сможете потереть страничку и вдохнуть вот этот, ну, потрясающий, на самом деле, деликатный весенний аромат, как будто вы стоите в центре цветущего вишневого сада. Потрясающе. Также здесь тот сладкий миндаль и кедр. Наверное, надо мне себе заказать, потому что я пользуюсь сиренью из этой коллекции, но вот на Cherry Blossom постоянно смотрю, но как-то вот откладываю покупку. У меня большая коллекция парфюмерии, поставила уже себе на заметку, чтобы снять вам мою коллекцию. Хотите ли вы посмотреть этот обзор? Пожалуйста, оставьте обратную связь в комментариях. С этой стороны у нас аромат Radiant Peon. Он побольше по объему, 75 мл, поэтому цена повыше. Но здесь смотрите, акция какая. Специальная цена при заказе двух любых продуктов. Ну, две мне, наверное, не нужно в Women's Collection. Наверное, придется с кем-то скооперироваться. С такой же девчонкой, которая хочет пользоваться парфюмом и стоять в центре цветущего вишневого сада. Здесь у нас Feel Good. Это линейка с разными эмоциями. У нас ароматы разные, гели для душа, мыло, муссы есть в этой линейке. И здесь разное настроение. Это у нас соблазнительный аромат, здесь сливы, черный перец. Знаете, такие моноароматы, очень чистые, не сильно букетные, но достаточно интересные на каждый
произведения, особенно для молодой девушки, могут прекрасно подойти. Пробуждающий аромат достаточно резкий, дерзкий. Здесь у нас цитрус, юдзу и мята – основные ноты. Жизнеутверждающий, ну, be happy, понятно, да? Будь счастлив – это красный апельсин и куркума. И успокаивающий аромат лаванды и кедра. Вот больше всех мне нравится chillout именно. Он действительно какой-то такой релаксирующий аромат. У всех парфюмов средняя концентрация. Если вам интересно поподробнее про ноты, я тоже снимала эти парфюмы в разных обзорах. Найдите по коду, скорее всего, в обзоре каких-нибудь новинок они есть. Кстати, мне никто так и не написал. Вот здесь вот иногда печатают ножнички такие с пунктиром. Для чего это делают? Видимо, у вас тоже нет каких-то идей на эту тему. Если есть, пожалуйста, поделитесь. Но в этом каталоге нет таких ножничек. Так, поехали дальше. Здесь у нас парфюмерные воды. Софива Хём, 1399 рублей, соблазнительный аромат с перчинкой. Восточный ванильный фруктовый аромат Love Potion. Это капли любовного эликсира, аромат афродизиака, который притягивает противоположный пол. Также аромат притяжения – это магнетиста. Содержит ноту цветка пассифлоры, которая вот научно там доказана. Именно влияет на мужчин. Посмотрите, я делала обзор на магнетисту. И там я очень подробно рассказывала об этом эксперименте. И Possess the Secret – это аромат тоже высокой концентрации, аромат богини. Основные ноты – черная смородина, аккорд золотое яблоко и сандал. И с этой стороны Эмба Эликсир Мистери. Ну, для меня это, хоть и страничка не пахнет, но я его тестировала и вот запомнила этот парфюм. Я поняла, что если я буду им пользоваться, он у меня будет постоянно стоять. Вот это какой-то кондитерский конфетный аромат для меня. Очень насыщенный, очень сладкий, такой десертный аромат. Здесь написано, что это морской янтарь. Именно позиционируется, что здесь какие-то есть морские цитрусовые ноты. Но для меня это вот прямо ваниль, амбра и десерты-десерты. Кондитерская лавка. 1819. Если вы такие любите, обязательно закажите пробник и протестируйте. Вот, кстати, код пробника вот здесь вот рядом есть на этой страничке. На этом развороте представлены другие парфюмы Oriflame без скидок, и в том числе Valare со скидкой Valare Forever. Это аромат позиционируется как свадебный, аромат невесты, он поэтому и называется Valare навсегда. И парфюмерная вода Valare – это классическая версия. Если вам интересна история Valare, вы хотите побольше об этом узнать, у меня есть обзор на аромат Valare Moments. Там я рассказываю вот про все-все-все вот эти выпуски Valare, как они выходили один за другим, и что они означали, какие у них ноты и какое позиционирование. Парфюмерный спрей для мужчин, North for Men, для мужчин, которые занимаются спортом, да и вообще, в принципе, мне кажется, любой мужчина будет рад такому яркому парфюму. Основные ноты здесь ананас, лаванда и тисовое дерево. Легкая концентрация, ну, как бы для того, чтобы создать с утра настроение после утреннего душа, либо после пробежки. Possess the Secret Man, это у нас тоже фланкер ароматов Possess. Вы сможете потереть страничку и протестировать этот запах и понять, подходит он вам или нет. Ледяной аккорд, и кроме него здесь шалфей и дуб в этом аромате. Ascendant Intense моему мужу очень понравился. Дизайн в форме фляжки, такой маскулинный дизайн. Мужчинам будет очень нравиться пользоваться таким парфюмом. Для меня это аромат дорогих сигар. Я ничего не могу с собой поделать. Не заявлены такие ноты, но это вот прямо вот сигары. И когда я вот к мужу подошла, говорю, чем пахнет? Он мне сказал то же самое. Пахнет дорогими сигарами. Потрясающий, мужской, очень глубокий, действительно мужественный аромат. Гель-скраб для душа в подарок при заказе этого парфюма. Парфюм стоит 1699 рублей. Восточный пряный позиционируется. Эклан, французская линейка, и в мужской версии тоже есть. Экла Ом и Экла Тужур. Есть на Тужур у меня обзор. Экла Ом — это классическая версия парфюма. Это мужчина, да, на мой взгляд, это мужчина элегантный, в костюме. Ну, так же, как и женщина в стиле Экла. Тоже очень легкие люди такие, знаете, и позитивные.
позитивное, доброжелательное и очень стильное. 1099 рублей стоит мужской Eclat. На этой странице представлены другие парфюмы Oriflame с дополнительными скидками. Friends World for Him — это аромат, символизирующий мужскую дружбу. 799 рублей. Мне очень нравится яркая трубочка в дизайне этого парфюма. Да и доски тоже на коробочке выглядят очень стильно. Excite Force — это фланкер аромата Excite. Вы сможете потереть страничку и оценить этот ароматический фужерный парфюм. Основные ноты — это дыня, растертые иглы сосны и черная амбра. Очень глубокий аромат. Вот для меня лично Excite Force. Но я уже сейчас тут нанюхалась мужских ароматов, что они уже становятся для меня похожи один на другой. Но я знаю точно, что Excite Force многим нравится. 899 рублей. Глейшеры. Большие флаконы, сразу отмечаю, обращаю ваше внимание, 100 мл. То есть это такие прям пузырьки солидные, как льдинки выглядят. Посмотрите, какие точеные грани у всех ароматов Glacier. И здесь у нас представлены две противоположности. Это Glacier, непосредственно сам ледник ароматический, свежий. И Glacier Fair. Это древесный ароматический парфюм, который, знаете, такой борьба противоположностей, позиционирование в своей философии притяжение льда и огня. И ноты здесь такие, знаете, вот ледяная мята, теплая древесина и черный лимон. Я делала обзор на Glacier, найдите, посмотрите, там я подробно вот всю композицию рассказываю, возможно, там будут ноты, которые вам нравятся. На этой странице дополнительные продукты для ухода для мужчин. Это дезодоранты, антиперспиранты North for Men и мыло. Посмотрите, уже для мужчин сделали разные варианты мыла. Я помню те времена, когда было одно мыло, и мужчины просто тоннами его покупали. Вот все мои клиенты мужчины, они очень любили всегда мыло North for Men. Я не помню точно, так же оно называлось, или, может быть, было до этого какая-то серия. Но вот именно вот такое вот кусковое темное мыло. И видите, говорит о том, что это не только у меня это мыло пользовалось спросом у моих знакомых мужчин, но и у многих других, потому что линейку расширили. Это говорит о востребованности линейки. На этой странице Skin Pro. Дождемся ли мы когда-нибудь, когда он появится снова в каталоге? Я его все хочу заказать, обновить свой Skin Pro, но его нет на складе, нет, и нет уже какой каталог. Комплексный уход New Age только для мужчин. Также есть каталоги Oriflame для мужчин, которые хотят оставаться молодыми. И одна из самых моих любимых рубрик для тела и волос. Каталоги Oriflame. Я считаю, что именно вот эта рубрика своими прекрасными продуктами переводит людей из магазинов, где часто продукция вскрытая, кем-то тестирована, кто-то ее нюхал. И вот это вот все мне не нравится. Мне нравится заказывать именно в интернет-магазине Oriflame в первую очередь продукт по уходу за телом и волосами. Я здесь получаю качество и безопасность использования. Тальки 169 рублей, по-моему, бывают дешевле, но, тем не менее, открывают рубрику для тела и волос. Мои любимые антиперспиранты. Стоят в этом каталоге спреи 199 рублей, шарики 169 рублей, также кремовые есть 199 рублей. На любой вкус совершенно можете выбрать себе антиперспирант. Также, смотрите, в этой же цветовой гамме здесь разместили средства для интимной гигиены. И в этом каталоге со скидкой успокаивающий гель и защитный гель. Дальше у нас «Устрой волосам медовый месяц». Это линейка «Мед молоко». Для волос здесь шампунь, кондиционер и маска со скидками. На этой странице «Банный день». Смотрите, на все вкусы. Мужской гель для душа 5 в одном. Представляете? Очищает, увлажняет, контролирует выделение себума и охлаждает. 1, 2, 3, 4. 4, что 5 у нас? Кто помнит, я когда обзор снимала, я помню, там 5 пыталась насчитать. Кто помнит, напишите в комментариях. Крем для душа «Мед молоко». Если вы любите этот аромат и эту серию, то дозаказывайте себе крем для душа тоже. Потрясающий просто мусс-спа. Большой объем, очень густая пена, экономичный мусс и замечательный аромат и хороший уход. Кожа очень мягкая, напитанная после того, как вы искупаетесь этим муссом. Очищающее средство я
пыталась им пользоваться, честно говоря, не совсем поняла. Я не поняла, чем оно лучше других гелей для душа. Ну, такой же гель для душа, может быть, просто у него вот этот зеленый аромат, вот эти минералы в составе, экстракт жимолости. Да, это все здорово, но именно по ощущениям он для меня оказался точно такой же. Я думаю, что ценник выше из-за дозатора, так же, как и у вот этих гелей для душа. Но с лимоном и вербеной мне очень нравится аромат. Замечательный аромат, яркий, цитрусовый, очень бодрящий, который заряжает оптимизмом и настроением. Я готова платить здесь вот за этот аромат лимона. На этой странице для деток, смотрите, это от 3 лет, это линейки Disney, они без скидок идут в этом каталоге. А это с рождения серия Baby O. Отличные продукты, если у вас родился малыш или у кого-то из ваших знакомых, посмотрите обзоры, по коду найдите обзоры и посмотрите, и подберите себе средства, ну, конечно же, малышу и молодой мамочке для ухода за нежной кожей. Вот если бы мои детки были маленькими, когда вышла эта линейка, я бы только этими средствами пользовалась, потому что они на 95% натуральные и очень бережно будут ухаживать за кожей младенца. OptiFresh линейка недавно обновилась, появились новые зубные щеточки, и здесь акция, зубная щетка всего за 100 рублей при заказе зубной пасты. Получается 305 рублей у вас вот этот наборчик, если вы заказываете в личном кабинете, то на 20% дешевле. А интересно, на детскую пасту распространяется или нет? По-моему, нет. Детская паста и детская щетка тоже 100 рублей. Детская паста получается подешевле, 140 рублей. Детская паста до 6 лет. На этой странице разворот без скидок, только восковые полоски для депиляции. Пыталась я им давно-давно как-то пользоваться. Я, честно говоря, не поняла этот продукт, поэтому рекомендовать не могу. На этой странице линейка Элио. Каждое масло Элио сейчас содержит эликсир из 6 натуральных масел. Это масла органы, розы, макадамии, жожоба, репейника и таману. И вот к этому комплексу в каждом отдельном средстве добавлено еще какое-то масло, 7-е. И вот это масло сделано в форме спрея, оно питательное и оно по ощущениям очень похоже на восстанавливающее масло, которое было в стеклянной бутылочке. И два масла, они чуть поменьше, они по объему одинаковые, 50 мл, но из-за спрея, видимо, из-за вот этой вот формы распылителя выглядит масло вот это немножко по-другому. А вот эти два масла защитное и ночное восстанавливающее. Масло Элио — это вообще не смываемый продукт, который вы наносите после того, как вы помыли голову. И очень легко расчесываются волосы, они выглядят живыми и блестящими. Также обратите внимание, на этой странице щетка для распутывания волос. Я очень люблю такие аксессуары, и щетка выглядит стильной. С удовольствием себе ее закажу. На этой странице краска, достаточно высокая цена, но тем не менее со скидкой 599 рублей. Если вам нужно покрасить волосы, то все равно скидка есть, и краска замечательного качества, она производится у нас в Италии, и оттенки очень натуральные. Я сама использую эту краску постоянно и готова петь иоды. Также вы можете по коду краски найти обзор у нас на YouTube канале Взлет, просто добавьте слово Взлет в поисковой строке, и там я показываю палитру с волосками, и вы сможете увидеть, какого оттенка какая краска. Но смотрите, цена-то повыше, но при заказе любой краски выбери шампунь и укажи его код в заказе. То есть можно получить шампунь в подарок. Ну, молодцы, что сказать. Тем более, если вы окрашиваете волосы, можно сразу заказывать защиту цвета. Здесь у нас аксессуары и продукты для стайлинга, спрей-блеск для волос и лак для волос HX. Лаком я таким пока не пользуюсь. У меня все еще запас старых лаков в серебристой упаковке, потому что лаками я пользуюсь крайне редко. Но у нас недавно прошли выпускные девочек, и обе они участвовали в выпускном. Одна выпускалась, другая пела на сцене. Недавно в сторис показывала. Кстати, я завела свой личный канал в Telegram. Вы у меня спрашивали. Называется он Баблик. Вы можете найти по поиску в Телеграме, либо давайте я вам под этим видео ссылку оставлю. Если забуду вдруг оставить, напишите в комментариях, я вам скину. И вы можете туда добавиться, и там я и вы, и наше с вами общение. Там я рассказываю о том, что меня волнует, и какие вопросы у меня возникают, спрашиваю вас совета. Ну, в общем-то, подписывайтесь и увидите, чем мы там живем и дышим. Уже много девчонок подписалось, мы там обсуждаем разные темы. На этой странице у нас уход за ручками.
крем для рук в мини-формате. Когда-то он был таким каким-то драйвером. Я помню, продавался даже, по-моему, в каталоге бизнес-аксессуаров вот такой подобный крем. Ну, классный крем, опять же, для travel-варианта, для путешествий, для командировок. 30 мл, но при этом он с глицерином, маслом сладкого миндаля, увлажняет и смягчает кожу. И два вот таких крема XXL объем. Это крем уход и забота, питательный и защитный. В принципе, выбирайте себе по задаче, но вот у меня девчонки, у кого у знакомых шелушилась кожа на руках, и они говорили, ничего не помогает, вообще ничего не помогает. Я говорю, попробуй вот этот крем. Возможно, он тебе подойдет и понравится. Знаете, со скептицизмом покупали, пробовали и задачу решали. На этой странице замечательный наборчик «Пряный цитрус» уже намекает нам, что скоро-скоро Новый год, Рождество. Они вернулись, цитрус и корица, и принесли вот этот очень приятный, прямо носом уткнитесь и почувствуйте этот праздник, когда получите этот каталог. Правда, вот праздничный новогодний рождественский аромат. Крем для рук 100 рублей, мыло 80 рублей. Вот такой вот красивый в форме апельсинчика. И перечисляется часть средств в фонд «Жизнь ДЦП», где вы видите вот такую ленточку, то значит вы покупаете продукты, участвуете в благотворительности. На этой странице шампуни XXL объем и стандартный объем в различных вариантах представлены. Это у нас и питательный кокос, и шампунь уход 2 в 1 с авокадо и ромашкой, и для жирных волос я вижу крапива и лимон, и также против перхоти с чайным деревом и репейником. Можете заказывать маленький, как я, и много больших, и переливать маленький, чтобы много места в ванне не занимали баночки. Я вот всегда так делаю, например. Вот у нас миндальное масло и масло авокадо Love Nature. Это вот тот продукт, который я использую в уходе за телом. Я не покупаю кремы густые, они почему-то вот прям нагружают мою кожу, а вот именно такие масла, они замечательно питают, смягчают, разглаживают, и еще их можно использовать даже на волосы, на кончики волос, и как обертывание для волос тоже можно использовать. Масло для сухих волос с пшеницей и кокосом, это Hot Oil, я не знаю, сейчас пишут или нет, а вот Hot Oil написано, горячее масло. Перед использованием переворачиваете вот этим штырьком вверх, закрывашкой вот этой, и ставите в стаканчик с горячей водой. Разогрелось масло, отломили вот этот кончик, нанесли сколько надо, если у вас короткие волосы, вам половинку хватит, и закрыли вот этой обратной стороной, вот этим штырьком закрыли до следующего раза. А вообще позиционируется как разовое масло, но в принципе можно и растянуть на пару раз. Если у вас волосы сухие, повреждены какими-то укладками, да, либо какими-то процедурами, то вы можете их восстановить с помощью вот такого вот горячего масла. Либо вот такими масками тоже можете пользоваться. Я прекрасно восстанавливаю волосы. Я недавно делилась, что у меня произошел такой момент, что волосы стали жесткими. И вот такими масками я их очень быстро восстановила. 69 рублей – это небольшая цена за них. Надо брать, да, отличное предложение. На этой странице, смотрите, началась линейка Love Nature в категории «Выгодно», самые лучшие цены. И действительно, цены лучшие. Я вижу по своему любимому очищающему крему для умывания. Обычно он 199 рублей. Это считается супер цена. Здесь он 179 рублей. Наверное, в этом каталоге, если я не забуду, наберу как раз тоников. Потому что вот эти тоники мне понравились. Love Nature. Наверное, я буду их использовать в повседневном уходе. Вот эта линейка тоже неплохая. Тонизирующая, с органическим абрикосом, апельсином. Посмотрите обзор, где я про нее рассказывал. Но я вот всей душой люблю именно с алоэ и кокосовой водой. И сердце мое навек отдано этой линейке. На этой странице скраб для лица, маска и гель с огурцом. Это тоже как бы три этапа ухода за кожей. Отшелушили, нанесли маску и увлажнили. Такими масками я не пользуюсь. Я вообще вот эту форму сашей не понимаю. Если вы любите, напишите, пожалуйста, за что вам нравятся эти маски. Вот как-то они мне сам начала, наверное, не полюбились, но, в принципе, масочки интересные, кремовые, смотрите, кремовые с органической малиной и мятой, гелевые с органическим апельсином и инжиром для тонуса, и вот эту я использовала с экстрактом белого чая и ириса, глиняная, но глина очень мягкая. Сейчас вот в линейке Optimals появилась глиняная маска с мягкой глиной, именно такое очищение, очень щадящее, но при этом глубокое. Мне нравится. И вот эта маска, она тоже на нее похожа. Ну что, может быть, взять,
парочку попробовать использовать. Здесь у нас тоже продукты по уходу с дополнительными скидками. Love Nature с оливой и алоэ вера. Линейка и с лесными ягодами. Помните, мы видели, что с лесными ягодами там некоторые продукты уходят. Вот эти пока есть, надо брать. Потрясающий крем-йогурт вот этот для тела. Хороший здесь состав, у него натуральные экстракты. Я делала обзор вот прямо на всю эту линейку с лесными ягодами. Посмотрите, я там все текстуры вот эти вкуснющие показывала. Смотрите, какой красивый скраб-джем для тела. На этой странице мой любимый отшелушивающий гель для душа с малиной и мятой Love Nature. Лосьон для тела и мыло. И с кокосовой водой. Когда-то очень сильно любила я вот этот гель, но потом вот ушла на Discovery Камчатку. Но вот именно свежесть вот этого геля мне нравится. У меня ассоциации, как будто это лавка с фруктами стоит на берегу океана. Именно не моря, а именно океана. Какого-то вот просторного очень водоема. Дает ощущение вот этой безграничной свежести. Вот этот гель для душа. Здесь у нас линейка для ног. Практически ничем не пользуюсь. Вот этот тальк у нас есть постоянно. Также используем иногда мы дезодорант. И охлаждающий гель. Другой мы используем, серебристый. Но здесь тоже есть освежающий и увлажняющий крем. Очень хвалят, по-моему, вот этот питательный крем. Да, вот этот вот. Это ночной увлажняющий. Вот у меня очень много отзывов. Но именно вот я помню, что он такой вот зелененький, оливкового оттенка. И скраб есть в этой линейке с оливковым маслом и частицами оливковых косточек. Не миндальных, как обычно, скорлупа, а именно оливковых косточек. Вот моя любимая Камчатка. Но я постоянно про нее рассказываю, что это горная свежесть, это аромат геля для душа, который подходит буквально всем, вот, например, в нашей семье, и мужу моему, и девочкам-подросткам, и даже маленькой малышке, и мне очень нравится гель для душа Камчатка. Также протестируйте, возможно, вам понравится Калифорния Бич, калифорнийский пляж. Смотрите, какой аромат. Летняя композиция с нотами апельсина, манго, соленой морской воды, белых цветов. Скрасит серые будни мечтами о беззаботном уикенде на одном из калифорнийских пляжей. Также вот здесь притаилась мочалка, вдруг вы не заметите. 99 рублей. И смотрите, количество товара ограничено. Возможно, уйдет из каталога вот эта линейка. Здесь две линейки. Солнечные Мальдивы. И что это? Гель для душа «Неизведанная Камчатка». Почему это вот здесь? У меня вопросы к Oriflame. Почему вы поместили мой гель для душа? Наверное, они решили продавать Камчатку большими банками сразу, потому что их хорошо берут и решили убрать маленькую. Лучше не надо убирать, куда же мы переливать-то будем большие банки. На этой странице специальные смягчающие средства. Действительно, очень выгодная цена. 99 рублей. Моя любимая сейчас это с маслом мяты. Мне очень нравится мятный аромат, но черника пахнет тоже потрясающе. И с розовым маслом. Если у вас есть сухие участки кожи, то вот эта маленькая баночка, не смотрите, что они такие огромные, они небольшие, 15 мл. Представляете, сколько это 15 мл? Вот эта баночка справится с сухостью участков на вашей коже. И здесь у нас набор, называется «Вместе выгоднее». Входит So Tempting Love Potion, парфюмерный спрей, есть обзор на этот спрей. Также сюда входит удлиняющая тушь и увлажняющая маска для лица Essential. 399 рублей стоит набор. На мой взгляд, его стоит брать в том случае, если вы любите сладкие медовые ароматы, потому что тогда это обуславливает состав всего набора. Маски очень часто в каталоге по 49 рублей, по очень недорогой цене. Тушь удлиняющая On Color, она тоже неплохая. Ну, можно ее заказать и попользоваться. Я знаю, что многие ее любят именно за вот эту четкую разделяющую кисточку. Но протестируйте, потрите страничку, вот этот парфюм. Здесь основная нота, вот на мой взгляд, это мед. Вот это чистый медовый аромат. И если вам аромат нравится, то забирайте этот набор, потому что в этом случае он, конечно же, получается очень выгодным. И на этой странице золотые моменты с линейками от молоко. Можно потереть страничку и протестировать. И аромат
тот же самый любимый аромат серии «Мед-молоко». Я что-то соскучилась по жидкому мылу. Наверное, закажу себе крем для рук и тела. Смотреть, это лимитированная коллекция. Видимо, из-за дизайна. Видите, какой красивый дизайн. Переливается, очень праздничный. Будут красивые подарки из этих продуктов. И мыло тоже, скорее всего, вот я здесь вижу уже картонная упаковка. 75 грамм. Очень красивая звездочка. Замечательное предложение, чтобы сделать подарки для любимых людей. 14-й каталог полон интересных и выгодных предложений. Что подобрали себе вы, что вас больше всего заинтересовало, я почитаю в комментариях. Ставьте лайк, если вам был интересен и полезен мой обзор. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть видео о новинках Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока!